Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца натуральным красителем в насыщенный красный цвет. Для получения на яйцах рисунка применим простую технику нанесения обычного сливочного масла. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. 50 граммов корня марены, который можно купить в любой аптеке, высыпаем в кастрюлю. Заливаем 1 литром воды комнатной температуры и отправляем на плиту. С момента закипания варим корень на небольшом огне 15 минут. Кому интересно, недавно я уже красила яйца мареной. Там был немного другой способ. Яйца получились очень красивые, однотонные, ярко-красные с розовым оттенком. Видео можно посмотреть в подсказках, ссылка также есть в описании под этим роликом. Через 15 минут огонь выключаем и даем марене настояться до полного остывания. В данном случае прошла целая ночь. За это время жидкость в кастрюле стала темно-красного цвета. Процеживаем полученный отвар через сито в небольшую емкость. Дальше берем вареное холодное яйцо. С помощью ватной палочки и размягченного сливочного масла наносим на него точки в произвольном порядке. И сразу отправляем яйцо в отвар. Так поступаем со всеми яйцами. Они должны лежать в посуде свободно, не касаясь друг друга, и быть полностью покрыты жидкостью. Теперь оставляем яйца краситься на 5-10 часов. Чем дольше находятся яйца в отваре, тем насыщеннее становится цвет. Окрашенные яйца достаем из отвара, вытираем их насухо бумажными салфетками. А затем придаем блеск с помощью смоченного подсолнечным маслом ватного диска. Вот и все. Красочные пасхальные яйца без химических красителей готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.